торнадо, лесные пожары, ураганные ветры, грозы и молнии. Все это пришлось пережить жителям Соединенных Штатов, пока их президент Байден здоровался с пустотой после выступления в Сиэтле. Тысячи жителей Нью-Мексико были вынуждены покинуть свои дома после того, как сильные порывы ветра вызвали быстрое распространение лесных пожаров. Огонь приближался так быстро к жилым домам, что люди едва успевали собрать свои вещи и сбежать. По предварительным данным, огонь, движимый ветром со скоростью более 120 км в час, уничтожил 200 зданий и более 40 тысяч акров лесных массивов. Полыхает и соседний с Нью-Мексико штат Колорадо. По меньшей мере 7 отдельных лесных пожаров горят в условиях сухой и ветреной погоды. Причиной одного из них стало возгорание батареи дрона после его крушения. В некоторых округах проводится обязательная эвакуация населения. Благодаря пожарным бригадам и использованию пожарных вертолетов, часть возгораний удалось ликвидировать. Однако расслабляться рано. По словам экспертов, нынешний год может стать худшим сезоном лесных пожаров в истории Колорадо. А жителям Калифорнии пришлось столкнуться с редким для региона явлением. На штат обрушился неожиданный торнадо. Его появление вызвало настоящий ажиотаж у местных жителей. Некоторые люди бежали в укрытие, а другие выходили на улицу, чтобы снять видео. «За свою жизнь в Калифорнии я никогда не видел ни одного торнадо и даже не получал предупреждения о чем-то подобном», — сказал один из жителей города Вилли Спрингс. По словам специалиста из Национальной метеорологической службы, предупреждения о торнадо в Калифорнии из года в год будут только увеличиваться. Не до сна было и жителям Южной Дакоты. Интенсивные молнии, бившие одна за одной, устроили настоящее цветопредставление. Кадры искрящегося неба действительно завораживают. Кроме того, все это сопровождалось сильным ветром и градом. На улицах повалены десятки деревьев, повреждены крыши домов. Не менее впечатляющими были грозы и молнии, сопровождавшие торнадо в Оклахоме. Сильный шторм пронесся по этому штату в субботу вечером. Проливной дождь и ураганный ветер доставили немало хлопот жителям Оклахомы, некоторые дома оказались разрушены. По городам раздавались звуки сирен, предупреждающие о приближении стихии. Кадры как будто из фильма про апокалипсис. Местные власти рекомендовали жителям оставаться в убежищах, в средних школах были отложены выпускные вечера.